Сегодня мы проверим, насколько хорошо стоматологи Dental Fantasy и Belgravia Dental знают школьную программу. Скажите, пожалуйста, а как в таблице Менделеева обозначается медь? Медь — это купрум. 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 Кто написал «Горе от ума»? Грибоедов. 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 В каком году отменили крепостное право? В 1861. 1862 или 3-й? Второй. Первый? Почти. Я полагаю, что в 1812, 817, 816, 1612, 1861. 1864? 61. Как называется раздел биологии, изучающий живые клетки? Цитология. Я могу просто развернуться, да, сейчас, немножечко уйти. Это раздел, сейчас я скажу. А как по-латински клетка? Серьезно, никто не знает. Ну, вот такой клеточный раздел. Гистология или цитология? Цитология. Возможно, цитология. В чем измеряется сила тока? В амперах. В амперах. В ваттах или амперах? Ампер.